Всем привет, дорогие друзья, с вами Ярик, и сегодня я вам расскажу несколько полезных смаков на карте The Overpass. И это не монтаж, как вы думали, я решил сделать от него маленький отдых, как сказать, маленький. Ну, короче, сегодня покажу вам несколько раскидок на карте The Overpass. Погнали! Итак, первый смок мы будем кидать на воду, то есть вот сюда, чтобы закрыть Vision спецназу, который будет чекать шорт. Или монстр. Итак, как этот смок кидается? Мы должны встать вот сюда, на эту бочку. Перед тем, как кидать смок, ваш тиммейт должен засмочить монстр сам, чтобы вас оттуда не убили. Вы становитесь по центру этой бочки, целитесь прям так, как я сейчас показываю, ориентиром по вот этой вот башне. Целимся вот так и бросаем. Итак, вот этот смог закрывать Vision спецназу, который будет чекать шорт или воду. Переходим к следующему смоку. Итак, следующий смог кидается на позицию под названием хелпа, то есть вот сюда. Как он кидается? Вы должны встать в этот угол, прицелиться по вот этой линии и по центру железки. И просто его кинуть. Итак, вот, смог закрывает хелпу, нету Vision ни с воды, ни из дальней хелпы, ничего противнику не видно. Переходим к следующему смоку. Итак, следующий смок у нас кидается на девятку, то есть вот сюда. Кидать мы должны вот отсюда, становимся к левой части этого тоннеля, потом целимся по этому столбу и кидаем с маленького разбега в 2 секунды. И вот, как мы видим, этот смог закрывать полностью Vision противнику на девятке. То есть, никакой АВП не сможет вас отсюда убить. И теперь переходим к следующему смоку на Токсик. Итак, следующий смог кидается у нас на Токсик. Как мы становимся? Мы должны подойти к этой стене. Опускаем прицел полностью вниз. Целимся по вот этой тени. Становимся. И целимся вот так, как я сейчас вам показываю. И вот, как мы видим, этот смог закрывает полностью Vision спецназовцу, который стоит на Токсике и чекает монстр. Итак, теперь смоки на пункту А, за террористов. Первый смог у нас кидается на мусорку. Скидается он с лонга. Мы должны прицелиться по вот этой темной текстурке, становимся сюда, целимся по вот этому белому кружочку и кидаем с прыжка. И вот, как мы видим, смог полностью закрывает Vision спецназовцу, который стоит на мусорке. Идем далее. Так, следующий смог кидается у нас на позицию под названием машина. Кидается он с лонга, все очень просто. Становимся вот так. Правой палочкой прицела мы целимся по крыше вот этого здания. И просто поднимаем вверх. Потом чуть-чуть левее. Ну, примерно вот так. И просто кидайте с места. Как мы видим, смог закрывает спецназовцу Vision на лонг и на банан. Переходим к следующему смоку. Следующий смог мы кидаем на позицию банк. То есть вот сюда. Кидается он с банана. Мы становимся в этот угол, целимся по букве А, опускаемся вниз, видим такую вот линию и целимся прямо по ее центру. И кидаем с прыжка. И вот, как мы видим, смог прилетает четко в банк. И спецназовец не может больше чекать ни банан, ни выход с лонга. Теперь переходим мы за смоки, за КТ. Так, первый смог за КТ у нас кидается вот в этот тоннель. Если, допустим, есть инфа, что террористы рашат постоянно этот тоннель, мы можем откинуть простой смог с КТ. Упираемся вот сюда, в этот угол. Целимся вот так, как сейчас показываю я. И просто кидаем. И вот, как мы видим, мы можем немного приостановить раш террористов в коннектор или на шорт.
Второй смок. Итак, следующий смок у нас кидается с позиции банан на позицию шорт. Вот так вот он должен выглядеть. Как он кидается? Мы должны упереться в эту лавочку. Потом левой палочкой прицела мы должны прицелиться по вот этому столбу. Отвести чуть-чуть вправо и поднять вот так вот вверх. И просто кидаем с места. И вот наш смог закрывает полностью Vision террористу на воду и токсик. И на плент тоже. Ну вот это все смоки, которые я знаю на карте The Overpass. Надеюсь, этот видик был вам полезен. Поэтому подписывайтесь на канал, поставьте, пожалуйста, лайк. Да-да, сука. Встретимся в новом видео. Пока-пока. Бля, как же я устал, сука.